два секрета. Один – это использовать хороший графит, а второй – это хорошо подготовить поверхность. Ее нужно обезжирить, если хотите, активизировать. В лаборатории мы используем и кислородную плазму. Здесь нам придется просто подышать. В зависимости от того, что вы вчера пили, лучше водку. Будет работать гораздо лучше. Ну, вполне ничего. И мы просто прикладываем этот скотч на поверхность мобильного телефона. Дальше есть огромное количество способов, что делать. У нас в лаборатории, скажем, человек 10, наверное, занимается, и у каждого своя технология. Лучше это, разумеется, положить пятый и седьмой том Ландау Лившица на поверхность, чтобы прижать. Но, в принципе, есть и другие методы. Сейчас мы просто посильнее эту пленку прижмем, чуть-чуть ее размажем и уберем эту пленку сверху. Значит, что мы сделали? Самый нижний слой в чешуйках графита, он остался теперь на поверхности, разумеется, не везде, но сколько-то осталось. Если вы посмотрите на свой телефон, то вы увидите, что там какие-то частички блестящие остались. К сожалению, это не то, что вам нужно. То, что вы видите, это все еще графит, и вы его просто... То есть это, вам нужно частички, которые гораздо более тонкие. Графин, наверное, увидеть так у вас не получится, но вы можете надеяться, что вот те частички, которые вы не видите, они и есть графин. И в принципе, вот с этого момента мы уже можем начинать с ним работать, использовать его для изготовления транзисторов или чего-нибудь еще. В принципе, вкратце вот такая история.